Привет. Чемоданы собрали. Получились два чемодана. Уж сколько раз я ложила, убирала, потом опять ложила, потом опять убирала. В итоге я поняла, что я прилечу, мне не будет нечего носить. Так всегда бывает. Чемодан собрала, косметику положила в чемодан. Вот если я сложила косметику в чемодан, все, считай, собрано. Это для меня уже вот, это последнее, что я собираю. Ну, кое-какие там лекарства. А если положила косметику, значит, все, собрано. И слава Богу. Вот сижу, думаю, наверное, надо сказать, выезжать чуть позже, потому что мы уже зарегистрировались на сайте, прошли регистрацию, у нас уже на руках электронные посадочные талоны с местами. Мне кажется, нет смысла ехать за 3 часа туда, сидеть в холодном терминале, на ледяных металлических креслах, стульях, я не знаю, как они называются, в тесном-тесном терминале, в новом. Чемпионату построили. Еще один строится. Не знаю. Если, может, тот будет как-то лучше, посолиднее выглядеть. А то иностранцы, если в этот прилетят, стыдобище. Но нельзя свой город, в самом городе плохо говорить. Хорошо, что этот построили. У нас открываются полеты в Сочи, в Казань. Представляете? Вот так вот, да. В Симферополь. Ну, по-моему, в Симферополь были. Ну, как цены, как я посмотрела, фантастические вообще. Вот фантастические. Даже озвучивать не хочу. А летает Аэрофлот. Как мы знаем, дорогая авиалиния, да? Ну, как всегда, такой мандраж предполетный. Ничего. Осталось совсем немного, наверное, прилягу, отдохну. Надо все-таки чуть-чуть вздремнуть, а то вся ночь неспатая будет. Все, пока-пока. Сижу в аэропорту, жду свой рейс. Куда пока не скажу, прилечу, тогда скажу. Взяла чай с облепихой, с медом, как обычно. Сейчас я вам покажу его. Вот такой чай. Здесь, наверное, где-то эту обтерку, видите, обтерку содрала. Значит, ну, я не знаю, ну, пол-литра, наверное, точно. Там облепиха плавает. Все время заказываю вот такой чай. Сейчас ходила, посмотрела, акция на Dolce & Gabbana Duty Free на Империатрицу. 2900, 100 миллилитров. Вот сижу, думаю, купить или нет. Наверное, куплю. А может и нет. Посмотрю. Ну все, пока-пока. Мягкой мне посадки. Смотрите, что я себе купила в Duty Free. Империатрицу Dolce & Gabbana 100 миллилитров по акции, по цене 2900 рублей, 2900 рублей, почти 3. Конечно, давно о ней мечтала. У нас в магазинах типа Летуали она стоит дороже. По-моему, столько стоит 50 миллилитров. А у них акция именно на 100 миллилитров. Не видно, наверное, да? Ну, в общем, вот такие у меня покупки уже начались. Ноги протянула, потому что сил уже нет никаких. Привет, ноги мои говорят. Вот такой у меня подарочек. Закрываюсь пока. Такая важная в очках.
Скоро наш самолет. Снимай меня. Можешь говорить, не снимай его. Не буду. Ну все, заканчиваю такое маленькое свое видео. Дорогие мои друзья, подписчики, гости моего канала. Сниму следующее по прилету. Пока-пока. Ваша Света.